Надо поздравить команду, еще одна десятая подряд победа. Это очень-очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд за так короткое время, последних 9 месяцев, я думаю. Но нам получилось. Надо поздравить Бульяшикова, отличная атмосфера на стадионе. И так, игра не была так хорошая с нашей стороны вчера, но там есть 2 вида, как можно посмотреть на это. Можно быть, что мы это заслужили куда раньше, чтобы получили такой результат сегодня, уверенный результат 3-0 против ЦСКА с не так хорошим игром. Но отношение и борьба была хорошая, нормально, самоотдача. И тогда можешь заслужить хороший результат. А там есть и другой вид, который мне чуть-чуть беспокоит, что мы так получили, добавили хороший результат сегодня, они играли хорошо, но это плохое сообщение, и надо еще поработать, чтобы это конец сезона, это последних сейчас 4 чемпионата, финалы Кубка, 5 игр, чтобы так уверенно и с качеством игры добавили результат. Марко, добрый вечер. Присоединяюсь к коллегам и поздравляю вас с 10-й победой. Хотел узнать, вот 2 месяца назад вы с ЦСКА уже играли, тогда тренер был другой. Вы увидели какие-то изменения в игре соперника или вы на это внимание не особо обращаете? Ну, играю по-другому сейчас, и там есть изменения в их игре. Но качественно, супер качественная команда. Я и раньше говорил, у меня уважение к ЦСКА. Там Влашич один из самых лучших игрока чемпионата, тоже это Эджукин, приятный, Рондон, Чало, Джагоев появился на поле сегодня, ворота Акинфеев, тоже это все опорники, все качественные игроки, так очень сложно играть против них, знаю играть в футбол, и мы это знали перед игрой, что не будет просто игра, что они так команда, которая хочет играть в футбол и знает играть в футбол. У них есть быстрых и качественных игроков, и надо справляться с этим, это сложно. Но получилось сегодня, как и пару недель назад, уверенный результат, все, финале Кубка. Сейчас надо думать только через 2 дня, завтра восстановиться чуть-чуть, и пятницу уже на аэропорту летим на следующую игру Саранск против Тамбова. Эта игра... Только эта игра сейчас в моей голове, и надо думать об этой игре и готовиться к этой игре. Тигран Арутюнян, Спорт24, Марко, с победой. Такой вопрос насчет центра поля и, в частности, насчет Стаса Магеева. В последнее время он появляется все чаще с замены. Хотел спросить у вас, значит ли это, что вот тот центр поля, который вы выпускаете, это тот центр поля, который вы хотите видеть, или почему все-таки Стас выходит с замены чаще? Спасибо. Ну, отлично играл. Последнюю игру отыграл полностью против Ростова пару дней назад, 3 дня назад. И сегодня отлично пришел на игру, и я доволен с ним. Доволен с ним, и он, как забирая снова форму, это очень важно для нас последний час сезона, чтобы у каждого игрока появилась форма, и может быть, что у кого... Упадает чуть-чуть форма, что эти новые добавляют, как Антон Миранчук, Стас Магеев, Баринов, и эти, которые наиграли много, Дима Живогладов и так дальше. Так, и хочу отметить игру сегодня нормально и Гильерме, и тоже и Чорлуки, и Пабло. Наш центр поля в обороне был вообще отличный сегодня. Это видно опыт и видно качество таких сложных игр, как они решали все сложные ситуации сегодня. Чорлука, Гильерме и Пабло отличны. Сегодня команда победила 3-0, очень уверенно доминировала на поле, но проиграла ЦСКА в 3 раза по количеству ударов в сторону ворот. Вас не беспокоит такая статистика? Да, чуть-чуть. Я сказал мое мнение об этом на первый ответ. Так, сказал, как можно смотреть на это. 2 вида, как можно смотреть на это. И вообще надо еще поработать там чуть-чуть на качество игры, я сказал, да.
Просто так, это три игрока, которые сказали, плюс Хриковьяк, они так выглядели уверенно сегодня. Что я самое важное сказать, что самоотдача футболистов сегодня была на самом высоком уровне. И когда так есть, всегда футбол тебе как награждает, да, правильно, да. Команда в этом году выиграла все 10 матчей. Какая из побед, может быть, запомнилась вам больше всего и почему? Без разницы. Без разницы. Каждая важна. Мы были в такой ситуации, когда начали, и сейчас в такой ситуации, но по положительному, что каждая игра как маленький финал. Как маленький финал. Там ровно 3 месяца назад мы начали играть. Была игра против Тамбова. Первая игра Кубок России здесь. Тогда были на 9-й позиции, и никто не рассчитывал на нас вообще. И никто не мог думать, где мы можем быть сейчас. А на данный момент можно сказать так, что все в наших руках. Но это 4 игры, которые перед нами чемпионату и финале, это все сложно будет, очень сложно. И сейчас все, что с большим трудом заработали, не надо отпускать. Нельзя. Нельзя отпускать. Так, каждая следующая игра, это будет мой финальный ответ. Если будет следующая победа, это будет самая лучшая для меня. Каждая следующая. Михаил Гончаров, РИА Новости, Марка. Могли бы рассказать о будущем Максима Мухина? Действительно ли он близок к уходу из команды? Нет, я не буду обсуждать таких вопросов вообще. До конца сезона у нас есть план, есть желание, и это мы будем обсуждать внутри клуба, потом нормально будем отправлять сообщения и на СМИ. Сергей Федоров, «Спортэкспресс». Марк, такой вопрос. Может ли еще появиться в этом сезоне Зелуиш на поле? Кто? Зелуиш. Да. Это надо, а как у него сейчас состояние? Надо это сказать, да, это последние 3 дня Влади Гнятев и Зелуиш тренировали в общей группе. И я счастлив, что так есть. И это, что сказали пару минут назад, что у нас сейчас эти игроки, которые не играли много первый час сезона, могут добавить форму и могут помогать команде в конце сезона, когда это будет самое важное, потому что это нормальная вещь, что есть игроков, которые добавляют форму и теряют форму через чемпионат. Так надо осторожно смотреть, и я надеюсь, что их 2 будут, можно быть, уже пятницу с нами. Если не пятницу, тогда 100% за следующую игру против «Зенита» буду в общей группе и буду на матче. А сколько минут, это пускайте нами решать.